Всем привет! Меня зовут Ирина Калаур, и сегодня я поделюсь с вами секретами, как сделать ваш проект успешным. Итак, три лайфхака, которые позволили мне добиться успеха в создании и продвижении онлайн-школ. Первый лайфхак. Старайтесь овладеть всеми навыками создания онлайн-школ. Это технические навыки, пользование сервисами, создание лендингов и сайтов. Это навыки копирайтинга и азы дизайна. Старайтесь попробовать научиться самим создавать и продвигать рекламу в различных социальных сетях, в Яндексе, в Гугле. Это вам пригодится для того, чтобы сделать правильное техническое задание подрядчику, а также, если вы наняли непрофессионального подрядчика, суметь исправить его ошибки быстро и не тратить свое драгоценное время. Второй лайфхак. Используйте карту клиента. После знакомства с ведением бизнеса в Соединенных Штатах я заметила, что российские предприниматели очень плохо умеют планировать, а также часто не видят свой бизнес в масштабе. Поэтому я рекомендую уже на первых порах учитывать весь путь клиента от точки первого касания до того момента, как совершена покупка. Не пренебрегайте этим советом. Третий лайфхак. Всегда помните, что это ваш бизнес, и в первую очередь должно быть комфортно вам. Обязательно, если что-то не так с вашими сотрудниками или подрядчиками, не бойтесь, увольняйте их. Если вы чувствуете, что ваш партнер не профессионал или ведет себя безответственно, не бойтесь с ним распрощаться. Увольняйте также и клиентов. Повторюсь, помните, что этот бизнес именно ваш, и он должен приносить прибыль именно вам. Я хочу пригласить вас на бесплатный вебинар, который организуют создатели акселератора онлайн-школ «Аксель» Дмитрий Юрченко и Сергей Капустин. Для регистрации пройдите по ссылке внизу.